Тем, кто неравнодушен к прогулкам по иркутским паркам и скверам, можно будет вздохнуть с облегчением. Зеленые зоны в городе начали обрабатывать от клещей. В этом лично убедился Евгений Шоев. Сегодня этот шум разбудил сотни иркутян. Звук означает, что в Иркутске началась обработка против клещей. Первый в списке адресов – парк-усадьбе Сукачева. С паразитами на этой территории борется Иван Апарин. Защитная маска, перчатки и вперед, покорять только проснувшихся кровососов. За годы работы молодой человек к ним уже привык. Клещи меня не кусали. И так могу прямо сказать, что постоянно в лесу где-то по своей, так скажем, деятельности и прививок не ставлю. Обрабатывать одежду практически не обрабатываю. Ну, клещи как-то меня не боятся, а на кого-то бывает, что клещи и только зашел в лес, и там уже по 5 штук снимают. Счет идет уже не на десятки. Только в областном центре от укусов клещей пострадали более 60 горожан. Именно поэтому в этом году общая площадь территории, которую избавят от паразитов, увеличится на 100 гектаров. В городе Иркутске будет обрабатываться 43 территории, порядка 700 гектар. Обработка проводится препаратом длительного действия, который мгновенно уничтожает клещей. Препарат безопасен для людей, для домашних животных. Ровно через 2 недели обработка в этом месте повторится. Ведь если пройдет дождь, концентрация химиката станет меньше. И только после повторного опрыскивания парк должен стать полностью очищен от кровососов. Несколько нажатий на эту кнопку, и уже завтра эта территория будет без клещей. Сегодня только в усадьбе Сукачева было обработано более 1,5 гектаров лесопарковых насаждений. А это значит, что уже через несколько дней иркутяне смогут прийти сюда со своими детьми, не боясь быть укушенными клещом. Евгений Шоев, Станислав Баранов. Новости по будням.